Всем привет. Встали сегодня пораньше. Поедем сейчас за грибочками. Может, где еще найдем? Всем привет, кто смотрит меня. Сегодня предлагаю отправиться со мной на экскурсию в Голованский район за грибами. Усаживайтесь поудобней. Всем приятного просмотра. Приехали мы за Вьюны. Вот такой вот красавчик тут. На жареху сидит вон еще один. Да-да. Ну, о, видишь, сколько усеяно. Даже двойня тут сидит. Поле иди складывать. Ну, складывайте. Маслятки вкусные. Маслятые. На жареху в самый раз. Вот это масленка течет. Это вот маслятки, пока не трогай, пусть растет. Вот они еще. Вот вы ходите, даже и не видите. Ну, потому что папа, видишь, ищет, находит. Ну, так в лесу хорошо. Кто-то живет, но здесь вообще машин нету. Это, короче, все маслята, да? Да, да. Вообще-то там. С грибочками надо есть. Поганка это. Нет, конечно. Да, съедобные, только что-то я их тут не вижу пока. Ну, потому что папа в деревне постоянно ходил за грибами. Папа и разбирается. Мама не ходила, редко ходила, мало. Где? Какие большие муравьи. Вот он, лесной муравей, но здоровый какой, видишь? Они это не ты? Нет. Мух. Маленькие совсем. Малюсенькие совсем. Все истоптано.
тропинки все поистоптано. Ну вот они, получается, только вылезли нафиг. Замучишься чистить их мелочи, эту пузатую. Проходи аккуратненько. Груздик, наверное, да? Или нет, или поганка вообще. О, чего? Чего там? Нет, что-то непонятное. Ну там вон маслятки два маленькие торчат. Папа, папа, там что за гриб большой? Ты куда? Подослой ты не ходи туда одна. Тихо, Поля. Это сыроежка это, господи. Что понимать-то? Надо запомнить, как они выглядят и все. Белый гриб, он. Шляпа у него коричневая. Вот белый был, наверное, видишь, какой у него скромца. Шляпка. Нет. У белого гриба шляпа закругленная, но не прямая. Ну, конечно. Дергай, дергай его, Поль. Скользкий. Ну, вообще, комаров-то нету ни хрена. На жареху ништяк хватит, да? Вот, Поль, еще один масенький. Заметный. Да, да. Сейчас одних этих насобираем. Надо куда-нибудь подальше съездить. Может, белый где будет. Полиш в этом. Ну да. Не то, что со Светкой съездили. Ну, где-то ходит там. Какая красотища. Пусть растет, не надо, не слезай. Да. Ну. Хотя они вкусные. С картошечкой-то. Хрум-хрум. Пакет-то, ну, надо было взять. Либо вот сейчас ходить, высыпать. И да, еще ведерко. Пойдем, здесь мужик сейчас прошелся только что. Вот здесь вот, пойдем посмотрим еще. Поля, Поль, куда ты? Пойдем здесь. Ну, здесь, по сути, и белого не должно быть. Во-во-во, вот, смотри, сколько много.
пока, до новых встреч. Объясни мне, как это нужно. Поле что ли? Мелких очень много.